Друзья, привет! Сегодня для многих интересная тема – организация проката электробордов. Сама отрасль проката сейчас переживает очень активный рост. Мы знаем прекрасно это по самокатам, велосипедам. Различный водный инвентарь хорошо стал заходить, снегоходы. Ну, все сами видите. Очевидно, что и тема электробордов в прокате тоже будет интересна. Продукт новый, необычный, у всех вызывает желание попробовать. Основываясь на прошлогоднем опыте, дам два важных совета по организации проката. Первое. Разделить место рекламы бордов и место катания. Реклама проката бордов должна быть в людном месте, там, где охват целевой аудитории максимально широкий. Это могут быть горнолыжные склоны, прочие виды зимнего спорта, там, где прокат зимнего инвентаря и так далее. Хорошо, если потенциальный клиент сможет вот здесь просто попробовать прокатиться там 20-30 метров для общего представления о потенциальных возможностях борда. Но прокат в этом месте бесперспективен. Он опасен и неинтересен. Снег быстро станет укатанным. Если это небольшой пятачок, клиент так и не раскроет для себя ключевые возможности борда в виде глиссера. В общем, держите в этом рекламном месте пару бордов и записывайте потенциальных клиентов на групповые выезды. Само катание на электрических сноубордах должно проводиться в безлюдных заснеженных полях и, может быть, на маршрутах с инструктором. Как правило, для новичков достаточно 1-2 часов катания, чтобы получить ощущение, что сходил в спортзал. Более опытным группам уже можно выходить на маршруты. Совет второй, не менее важный. Электрический сноуборд – это техника для драйва. Он нравится мужчинам и детям от 12 лет. Однако люди часто отдыхают семьями. Если в вашем прокате только электроборды, то женщины и маленькие дети будут скучать. Таких много. И что хуже для вас, они вообще не отпустят развлекаться своего папу, найдут ему другое занятие, которое объединит всю семью. Поэтому идеальный вариант проката – это 4-5 электробордов и пары электрических снегоходов «Эликартик». Электроснегоход очень прост в управлении, он совершенно не опасен, позволит уверенно сопровождать маме с детьми, папу и его друзей, смотреть, как они куражатся, и снимать их на видео. Если вы сможете реализовать два этих условия совета, то гарантирую вам, что ваш прокат будет успешным, при этом стоимость ваших услуг будет уже иметь вторичное значение. Поэтому зарабатывайте и пока!